января 2017 года суды России могут выносить приговоры за преступления небольшой и средней тяжести, а также за тяжкие преступления, совершенные впервые, приговоры к обязательным работам. Осужденные будут жить в исправительных центрах. Такие уже появились в 56 регионах страны. Есть теперь такое в Ивановской области. Расположен он в Кинешме и открылся в декабре 2018. Здесь отбывают наказания от 2 месяцев до 5 лет. Преступления средней тяжести в основном – это кражи, разбои, грабежи. Принудительные работы – это наказание чуть полегче по дисциплине, чем пребывание в зоне, и чуть пожестче, чем пребывание в условиях, не связанных с лишением свободы. УФИЦ в Ивановской области открылся на территории бывшего участка колонии поселения. Особых затрат помещение не потребовало. Оно рассчитано на 60 человек – 48 мужчин и 12 женщин. Осужденные женщины разместятся в комнатах на одном этаже, мужчины на другом. По периметру нет охраны, нет вышек, нет автоматчиков. Внутри, как в хорошем, уютном общежитии. Мы находимся сейчас на первом этаже в спальном помещении для женщин. Оборудованы спальными местами, кровать, тумбочка, шкаф для одежды, шкаф для личных вещей. Сколько метров на каждого человека? На каждого человека не менее 4 квадратных метров. Исходя из площади, соответственно, здесь 6 человек. В мужском крыле есть комнаты, где 3 человека проживают из-за площади квадратных метров, и есть 4. Здесь осужденные и будут проводить вечера и выходные. Есть комната отдыха, пользоваться мобильными телефонами, интернетом не возбраняется. Главное условие, чтобы осужденные работали. Предприятие, на котором будет осуществляться работа, может быть любой формы собственности. Главное, чтобы оно находилось на территории Кинешмы. Его выбирает руководство УФИЦ. Положена и зарплата осужденным, ее назначает работодатель. Будет у них и отпуск 18 дней. Его провести осужденные могут дома. Важно только соблюдать распорядок дня. Пищу будут готовить сами из продуктов, которые купят на свои заработанные деньги. В одежде осужденных тоже никто не ограничивает. В толпе их и не вычислишь. Осужденные должны вернуться в место своего пребывания. По городу они перемещаются самостоятельно, а вот опаздывать сюда нельзя. Небольшое нарушение – это предупреждение. А если дисциплинарное нарушение более серьезное, то им грозит смена наказания на реальное лишение свободы в условиях заключения. Каждый день сотрудники УФСИН без предупреждения будут приходить с проверкой осужденных на рабочее место. Посещают ли, хорошо ли справляются. Они будут находиться под контролем, более жестким контролем. То есть не просто являться там, как вот в инспекцию, они на регистрацию приходят, а здесь они будут проверяться по месту работы и по пребыванию в центре. Они будут находиться постоянно здесь под наблюдением, соблюдать распорядок дня, который устанавливает исправцентр. Они, то есть не сами как хотят, они дома себя ведут. Пока предприятие Кинешмы, руководство УФСИН не отказывают и с осужденными работать соглашаются. Правда, как правило, предлагают им низкоквалифицированный и, соответственно, низкооплачиваемый труд. К осужденным могут приезжать родственники, он пишет заявление, его выпускают за пределы, с разрешения начальника исправительного центра, за пределы исправительного центра. С родственниками повстречаться, пообщаться. То есть как отдельно какой-то комнаты здесь не предусмотрено по определению для каких-то свиданий. То есть, пожалуйста, вышли в город, пообщались. Пока в исправительном центре находятся 4 осужденных. Руководство УФСИН уверено, их будет больше. Суды, поскольку не было УФИЦ, принудительные работы не назначали. Теперь, вероятно, будут. В суде какого бы муниципалитета не был вынесен приговор, осужденного привезут в исправцентр Кинешмы. Здесь расскажут, что если соблюдать режим, хорошо работать и дружить с дисциплиной, можно по истечении 3-го срока получить разрешение жить в городе, в съемном или собственном жилье с семьей, но только за хорошее поведение. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Кинешма.